Блогер Игорь Кондратьев разбирался в вопросе, почему Дед Мороз принесет в подарки очень мало самарских конфет. Выяснилось, что глобальная катастрофа произошла из самарской кондитеркой, пишет автор. То, что выпускает фабрика России, к сожалению, знают все. Компания «Мир» и «Самарский кондитер» производят конфеты в коробках. Сладкодаров выпускает мучные конфеты для ассортимента. Добрые вести, но не будем о грустном. Самое главное на сегодня – наши производители работают для торговых сетей, включая федеральные. Они зашли туда и, слава богу, но теперь они в основном работают для них и подстраивают также под них свое производство. У них жесткие контракт, и сорвать его они не могут. Штраф 100%. Зато это круглогодичные поставки. Вот и не могут самарские конфетчики дать большие объемы в короткие сроки для одноразовых контрактов типа новогодних. Зам главы мэрии Самары Владимир Терентьев устроил в Твиттере виртуальный нагоняй администрации Ленинского района. Коллеги, неоднократно вам направлял в работу Буянова 131. Мне стыдно это видеть, а вам ЕДДС прошу обеспечить контроль. Титов ДГ до 12.00 доклад, написал чиновник в 8.30 утра. Буквально через несколько часов Рай администрация отчиталась об успешном выполнении. В данный момент территория убрана. Для возбуждения дела об админ правонарушений необходимо указать точную дату и время нарушения. Читатели в восторге, Твиттер управляет Самарой, давно бы так. Надо выгонять Лентяев. После таких показательных порок город станет лучше.